поделиться своими ощущениями по поводу одного процессора. Это сегодня Boss GT5. На этом процессоре когда-то писал какие-то треки в общем, в альбом Владимир Кузьмин. Вот, якобы. Я его взял у его брата Александра Кузьмина погонять. Вот, в общем, я не буду включать и показывать, как это звучит. Это, короче, займет несколько часов. Что хочу сказать, что приборы реально устаревают, и звучание уже не актуальное. Самая главная проблема здесь в эмуляции кабинетов, в эмуляции преампов и овердрайв. Ну, перегрузы. В общем, как бы я ни комбинировал преампы, кабинеты, все это, короче, звучит как-то вот сопливо, не фирменно, не лампово. Хотя в то же время не в каждую лампу включись, и это будет правильный звук. В основном, во что я не включаюсь, в плане как бы лампа, там Marshall такой-то, Deluxe, там, Twin. Твины неплохо звучат иногда, но тяжелые стили он не вывозит. И наоборот, Мисабуги, например, вот те, которые, вот, не знаю, вот в обиходе, в райдере, вот на точках стоят. Как-то хер знает, мне не нравится. Но речь сейчас о этом процессоре. Не смог я ничего нарулить. Даже на Line 6 под 500 HD я мог что-то нарулить, и оно более-менее как-то звучало. Но по сравнению с iPod'ом он проигрывал. А iPod более как-то фирменно. Что касаемо этого процессора, я думаю, что это все устарело и, в принципе, не работает. Возможно, в комбарь бы оно звучало, но в линию жопа. Ребята, пишите свои комментарии, что вы можете сказать по поводу этого процессора или процессоров следующего поколения от Boss. Какие вы видите выходы в плане комбоэмуляции, перегруза для того, чтобы сформировать такой сет, который бы и в линию, и в любой комбарь звучали бы плюс-минус одинаково и правильно. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки уже не ставьте. Пишите комменты по существу. Спасибо.